Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. На 36-м году ушел из жизни Сергей Бразил Королев, солист группы Брутоп Р Сергея Михалка, экс-вокалиста Ляпис Трубецкой. Об этом в Facebook сообщили участники коллектива. Сегодня ушел наш брат Бразил. Боец, герой, надежный друг. Светлая память тебе, амиго. Ты сражался до конца, говорится в сообщении. В последние два года Сергей Королев боролся с серьезным заболеванием, а именно с глиобластомой правого полушария головного мозга четвертой степени. В 2019 году он перенес операцию, которая на время облегчила его состояние. Но в итоге болезнь оказалась сильнее. От аналогичного заболевания в 2015 году умерла популярная певица Жанна Фриске. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!